Привет! В прошлом выпуске я жаловался, что никто не написал мне вопросы в мою новую рубрику «Зюевич отвечает». После этой жалобы небольшой я получил огромное количество вопросов, их больше 50 штук. Всем спасибо, что проявили интерес, и вот в таком формате я вам смогу отвечать на ваши вопросы. Значит, для сегодняшнего выпуска я выбрал 5 вопросов, постараюсь на каждый из них максимально коротко, максимально четко ответить. Вопросы все в основном про Инстаграм, но есть несколько вопросов, которые не посвящены Инстаграму. Поехали. Мне кажется, не будет, да, дурным тоном, если я не буду называть имя того человека, который задал вопрос. У вас все равно имя будет высвечиваться на экране. Значит, здесь довольно большой вопрос. Смысл к чему сводится? Смысл сводится к тому, что почему вы в своих постах редко используете хэштеги, считаете их бесполезным инструментом для продвижения или есть другие причины? Во-первых, в своих постах я редко использую хэштеги, потому что мне реально иногда лень просто заморачиваться и подбирать хэштеги, те хэштеги, которые максимально мне могут привести целевую аудиторию. Но вопрос с хэштегами – это, ну, такой достаточно широкий вопрос. И одна из причин, по которой я не использую хэштеги, это в том, что не все хэштеги могут реально дать мне целевую аудиторию, которая приходит. Хэштеги – это очень крутой инструмент для поиска каких-то новостей, поиска каких-то новых идей, поиска какой-то информации, но при этом хэштеги в самих постах немного работают не на пользу автору. Например, когда вы размещаете хэштег в своем посте, человек, читающий этот пост, может легко кликнуть по этому хэштегу и, соответственно, уйти, затеряться в дебрях Инстаграма, в дебрях этого хэштега, найти какие-то другие интересные новости по своей теме, хотя изначально он не планировал это делать. То есть хэштег в самом посте – это такой небольшой информационный шум, который может не на руку сыграть именно автору. Во-вторых, я считал, что, ну, на тот момент считал и до сих пор, ну, частично считаю, что на хэштеге мы тратим больше времени, чем реально можем принести целевую аудиторию в свой профиль. То есть на подбор хэштегов уходит достаточно много времени, и это время не всегда оправдано. У меня со временем всегда какая-то катастрофа происходит, поэтому я не использовал хэштег. В-третьих, я не считаю, что хэштеги – это плохой инструмент для продвижения. Есть много тематических блогов, где хэштеги просто вы обязаны ставить. Благодаря хэштегам можно получать реально крутого, ну, достаточно много хорошего трафика именно целевой аудитории. Периодически я размещаю хэштеги в своих постах, я вижу, как это влияет на результат. Если бы у меня был профиль намного меньше, то результат, соответственно, был бы для меня, ну, достаточно широкий, высокий, но при этом сегодня у меня профиль, ну, достаточно большой, и я не вижу какого-то, ну, 1000-2000 дополнительных показов, на мой взгляд, роль не сыграет. Да, может быть, придет какая-то аудитория, приведет какая-то часть аудитории, но при этом я больше, говорю еще раз, потрачу времени на привлечение, на поиск того самого хэштега. При этом, если вы только новичок, только начинаете развивать свой аккаунт в Инстаграм, хэштеги нужно обязательно использовать. Хэштеги дают вам хотя бы одного, хотя бы двух-трех человек, которые они способны привести в ваш профиль, рассказать, которые могут заинтересоваться и в будущем, соответственно, стать вашим клиентом. Все зависит от вас. Я, например, также не использую геотеги. Я, например, также редко комментирую чужие блоги. Я, например, редко просматриваю чужие истории. Я, например, редко выкладываю видео, посты. Я вообще очень много редко делаю вещей, которые реально могут принести аудиторию в любой профиль, но при этом я не делаю. Не нужно смотреть на того или иного блогера, да, что он делает, что он не делает. Каждый из нас должен найти
то, что ему будет комфортно. Мне комфортно настроить рекламу, мне комфортно настроить таргетинг. При этом я не говорю, что реклама у блогеров там не работает. Да? Я никогда не покупал рекламу у блогеров, я не могу утверждать, что она не работает. Она работает, но кому-то комфортнее покупать таргетинг, кому-то комфортнее покупать рекламу у блогеров, кому-то комфортнее сидеть в чужих инстаграм-аккаунтах и комментировать, за счет этого получать аудиторию. Кому-то комфортнее выбирать хэштеги, писать, прописывать хэштеги в своем посте. Кому-то комфортнее прописывать геотеги в своем посте. Каждый из нас находит тот элемент, который ему комфортен. Хэштеги мне не комфортны. Комфортны, но не во всех случаях. Геотеги мне тоже не совсем комфортно. Ну, комфортно, но не во всех случаях. Реклама у блогеров мне некомфортно. Мне неохота заморачиваться с рекламой блогеров, крутить казино, вкрутить рулетку и думать, сработает либо не сработает этот рекламный пост. Но если я этого не делаю, значит, это не значит, что это не работает. Это просто я это не делаю. Следующий вопрос по поводу англоязычных и русскоязычных блогеров. Как вести аккаунт, который будет, то есть как вести аккаунт на английском и на русском языке одновременно, либо разделить аккаунт отдельно на русский, отдельно на английский язык. Очень крутой вопрос, который задал вот человек на YouTube. Значит, на мой взгляд, аудиторию не нужно смешивать. То есть, если вы будете пытаться сидеть на двух стульях, то есть и англоязычную аудиторию, и русскоязычную аудиторию пытаться удержать в одном аккаунте, у вас, грубо говоря, ничего не получится. Лучший способ, лучший подход – это если у вас хороший английский, соответственно, дублировать контент. Может быть, уйдет на это больше времени. Да, вам придется писать пост на русском языке, переводить его, выкладывать пост на английском языке, снимать сторисы на русском языке, потом снимать истории для вовлечения в аккаунт на английском языке, может быть, проводить эфиры на русском и на английском языке. То есть, лучше всего вести два аккаунта. Есть на это несколько причин. Во-первых, я сколько замечал в Инстаграме, люди русскоязычной аудитории не любят, когда вы им что-то пишете на английском языке. Но здесь тоже зависит от аудитории. Но в большинстве своем, когда что-то где-то написано не на нашем родном языке, то есть не на русском языке, соответственно, будет такой немножко негатив в сторону автора. То есть почему ты пишешь на русском и английском языке, при этом у тебя аудитория как бы русскоязычная. Они же не видят, что там еще, может быть, подписчики у вас есть англоязычные. С другой стороны, подписчикам англоязычным вы тоже будете немножко бесить их тем, что начало поста у вас будет, скорее всего, русскоязычное, а потом вы будете на англоязычный пост. То есть, середине вы пост будете делить напополам, то есть, где-то будет русский язык, где-то английский. Может быть, где-то будет английский, где-то русский. Вот это вот смешивание тоже будет две аудитории как бы сталкивать лбами, им будет некомфортно. Они будут видеть русский, а им нужно на английском. Другие будут видеть на английском, а им нужно будет русском, на русском. Поэтому идеальная стратегия – это вести два аккаунта. Два аккаунта на русскоязычную, на англоязычную аудиторию. Но здесь тоже есть как бы свои минусы. Да, это будет сложнее продвигать. Вам придется, во-первых, настраивать, если вы используете рекламу какую-то, вам нужно будет покупать отдельно для аудитории англоязычной, отдельно рекламу для аудитории русскоязычной. Смешивать эту аудиторию ни в коем случае не стоит. Разделение. Во-вторых, на разделение, соответственно, у вас будет бюджет. Бюджет на продвижение англоязычного аккаунта и русскоязычного, он, соответственно, будет разный. Также вы не сможете с помощью определенных рекламных кампаний привести и туда одинаковую аудиторию. То есть один тот же человек, например, Миша читает на русском языке и Дэн читает на английском языке, это будут два разных человека со своими двумя разными подходами, с другим мышлением. Они будут жить в разных средах, они будут питаться разными продуктами, они будут, грубо говоря, несовместимы между собой. Подстроить один и тот же пост вы не сможете написать, чтобы он угодил и Мише, и Дэну оттуда. То есть вам нужно будет в любом случае подстраивать пост, подстраивать тематики. Это еще больше работы. На мой взгляд, лучшим подходом будет, если вы сконцентрируетесь на одном
одном языке, то есть на одной аудитории, для которой вы будете вести свой блог. Когда вы достигнете какого-то результата среди этой аудитории, можно попутно начинать открывать свой второй аккаунт. Например, первый аккаунт собрали, аудитория, которая вас активно комментирует, лайкает, вовлечена в процесс. Вы им так и скажите: ребят, да, хочу сделать аккаунт на англоязычный, да, ну вот, создаю аккаунт англоязычный. Если вы заметите меня, то там не проявляет никакой активности. Плюс, когда вы будете вести аккаунт англоязычный и русскоязычный, Инстаграм будет смотреть, кто собран в этом профиле. То есть даже если вы... Он будет показывать примерно таким же людям. Поэтому пересечение аудитории тоже должно быть минимум. Вообще... Если вы не один, если у вас команда, то это круто будет работать, то есть вести два аккаунта. Если вы один, там, либо у вас совсем небольшая команда, то, соответственно, лучше сконцентрироваться на одном языке и дальше уже пробовать, тестировать на других языках, создавать похожие аккаунты, но контент должен быть все равно разным, у каждого аккаунта свой. Ну и на третий вопрос я немножко половлю хайп и отвечу на вопрос Сорокина, как я отношусь к проекту «Трансформатор». Во-первых, я не буду здесь обсуждать как таковую, не знаю, личность, да, Дмитрия Портнягина. Я не буду обсуждать его YouTube-канал. Я рассмотрю вариант, когда... Я рассмотрю его Инстаграм-проект. Давайте договоримся на этом, потому что в YouTube и так все понятно. Очень крутой канал. В смысле, его просматривает большое количество людей. Большой ловится хайп по нему. Многие люди записывают видео чисто для того, чтобы по этому ключевому слову получить какую-то аудиторию, каких-то подписчиков. Я буду же рассматривать Инстаграм Дмитрия. Я, кстати, на него подписан, но почему-то у него, я вот до съемок этого видео, я думал, что на него не подписан, когда увидел этот вопрос, думаю, хорошо отвечу, ведь я подписан на этого человека, и думал, что он совершенно не ведет аккаунт, потому что его посты мне в ленте не попадались. Сейчас же нашел его аккаунт. Значит, здесь стандартный аккаунт популярного YouTube-блогера. Большинство YouTube-блогеров именно ведут свой Instagram похожим образом. Что значит похожим образом? Это, во-первых, разыгрывает какие-то подарки, устраивает какие-то конкурсы. Во-вторых, ведет аккаунт, скорее всего, не он, а человек, специальный человек, который занимается Instagram, SMM-маркетингом, а именно Instagram-продвижением. То есть здесь большинство постов, они вырезаны, есть кусочки видео из каких-то выпусков, скорее всего, либо, может быть, того, что не вошло в видео. Здесь не сильно... Человек заморачивается шапкой, потому что он знает, что свою аудиторию он все равно получит. Те люди, которые посмотрели его видео на YouTube, скорее всего, пойдут искать его в Instagram, и им понравилось, скорее всего, пойдут искать его в Instagram и, соответственно, на него подпишутся. Здесь, значит, есть возможность заказать книгу, есть возможность, и размещена ссылка на YouTube, и Дмитрий снимает, скорее всего, какие-то сторисы, но большинство, скорее всего, сторисов там снимает не он. Еще раз повторюсь, да, здесь идет, вот по первым постам вижу, что это какие-то, я просто включил его Instagram аккаунт, а по первым постам вижу, что это какие-то отсылки на его YouTube канал, то есть он делает анонсы либо превью для своих выпусков, он постит посты в стиле того, как снимался тот или иной выпуск, он показывает свой не то что рабочий, да, момент, он рассказывает, но не углубляется в детали, да, он просто говорит, что вот встретился с таким-то человеком, то есть обычный аккаунт лайфхакера, блогера ютубовского, который активно занимается продвижением себя в различных социальных сетях, и YouTube у него основной, но при этом Инстаграм тоже как бы надо вести. С такой позиции он и ведет свой аккаунт. Где-то закрыты комментарии, потому что идут какие-то, не знаю, наверное, неадекватные комментарии. Где-то, где не закрыты комментарии, там в основном идут какие-то конкурсы, либо какие-то призы, ну, разыгрывание каких-то призов. В принципе,
ничего такого, что в рамках Инстаграм-аккаунта у него нет. Поэтому большого примера с него можно не брать. Он знает, что у него есть аудитория, которая его смотрит на других источниках трафика на Ютубе, и она уже подпишется на него, чтобы он не размещал в Инстаграме, и, соответственно, будет его лайкать, будет ему комментировать. Плюс предприниматель, который разыгрывает деньги, всегда интересен аудитории, которая в этих деньгах, соответственно, нуждается. Вот. Каких-то полезных советов, полезного контента в его блоге нет. Нет, но в качестве мотивационного самомотивации для будущих предпринимателей здесь может быть что-то есть. То есть вы посмотрите его блог, посмотрите его тачки, его путешествия, вам захочется тоже стать предпринимателем. Но как только вы начнете заниматься предпринимательством, вы заметите, что то, что транслирует этот человек, к этому еще стоит прийти. Чтобы, соответственно, достичь того уровня, нужно будет пройти огромный путь. Как только вы займетесь предпринимательством, на следующий день у вас не будет никаких дорогих тачек, у вас не будет никакого безудержной улыбки на лице, вы просто окунетесь в рабочий процесс, а к тому же, к чему пришел Дмитрий Портнягин, вы придете, может быть, через лет 7-10 активного труда. И тогда уже можно будет брать с него пример, и тогда уже размещать, соответственно, такой же контент, который размещает он. Здесь целых три вопроса задал следующий человек. Давайте выберу из них самый крутой. Как исключить подписчиков аккаунта из рекламы? Как это технически сделать? Во-первых, чтобы исключить подписчиков аккаунта из рекламы, нужно просто создать аудиторию тех людей, кто взаимодействовал с вашим профилем. Именно подписчиков вы не сможете исключить из рекламы. А тех, кто взаимодействовал с вашим профилем, либо ставил лайки, либо ставил сохранение, комментарии, вы можете это сделать через рекламный кабинет Facebook, создать аудиторию, те, кто взаимодействовал, выставить количество дней, с которыми они взаимодействовали, и, соответственно, их исключить из рекламы. Как запустить несколько постов на привлечение подписчиков через кабинет Facebook, отслеживать их результативность? Это второй вопрос. Приход подписчиков, стоимость подписчиков. К сожалению, технически это сделать сейчас невозможно. То есть в Инстаграме, в Фейсбуке, здесь идет вопрос про Фейсбук, в Фейсбуке нельзя технически организовать момент, когда вы сможете отслеживать результативность рекламной кампании именно на привлечение подписчиков в профиль. Там нет никакой графы такой, вы не сможете эту графу добавить. Я рекомендую использовать ручной способ подсчета читателей в аккаунт Instagram через рекламный кабинет Facebook. То есть вы отключаете все источники трафика, запускаете объявления, смотрите за неделю, сколько по этому объявление приходит аудитории в профиль. Делайте, соответственно, несколько упоминаний себя, делайте ссылки, следите, сколько аудитории примерно приходит. До этого за неделю вы считаете, сколько к вам людей приходит в профиль органически. Дальше из той суммы, которую вы получили за эту неделю, вы считаете ту сумму, которую вы получили за предыдущую неделю, делите на 7 дней, считаете, сколько человек приходит в сутки. Соответственно, делите ту сумму, которую вы потратили на рекламу, и делите на количество подписчиков. Вы узнаете, сколько стоит привлечение одного читателя в профиль, вы узнаете, сколько людей вы способны с помощью рекламы привлечь к себе в профиль. Вы узнаете цену, да, вот цену привлечения. Почему нельзя делать выборку на один день, на два дня, а я рекомендую на 7-10 дней? Потому что вы только через 7-10 дней у вас сложится реальная картина, как все это происходит. Первые 3-4 дня Instagram, Facebook тестируют нашу рекламную кампанию. Он показывает группам аудитории, смотрит, как та или иная группа аудитории сработала. Плюс также вы, скорее всего, будете оптимизировать рекламную кампанию под клики на ссылку, на сайт. То есть вы будете задавать в рекламном кабинете источник трафик. Вы не будете задавать в рекламном кабинете источники там охват, потому что вы получите там не совсем целевую аудиторию. Вы будете сдавать источник трафика, то есть и прописывать кнопку, которая будет вести на ваш веб-сайт. Обойти это можно только через упоминание себя. Как это подробно сделать, я рассказываю в своем большом курсе по таргету. Технически подсчитать подписчиков невозможно. Все это через наш любимый Excel и ручной ввод.
Следующий вопрос задают девушки регулярно, да, вопросы, и почему-то все они попадают в эфир. Это никак ни с чем не связано, это такая случайность. Я выбираю вопросы, которые максимально были бы интересны. Значит, задает Ирина вопрос, что нужно делать сегодня для того, чтобы аккаунт вырос с 5 до 10 тысяч читателей. Знаете, как-то же у вас аккаунт вырос до 5 тысяч читателей. То же самое вам нужно делать для того, чтобы аккаунт вырос до 10 тысяч читателей. Вообще, когда вы научились привлекать аудиторию в свой профиль, не нужно изобретать каких-то там новых велосипедов. Если вас все устраивает, если вы привлекли первую 1000 читателей, нужно посмотреть, что вы делали. Что вы делали? Вы комментировали у кого-то посты, вы лайкали какую-то аудиторию, вы, может быть, какие-то сторонние источники трафика использовали, вы запускали таргетинговую рекламу, вы, возможно, покупали рекламу у блогеров. Все, что нужно сделать, чтобы масштабироваться, чтобы вырасти там в 2, в 3, в 10, в 15 раз, это просто повторять этот процесс. Да, может быть, на первоначальном этапе у вас уходит много времени, да, там первые 5000 читателей вы, может, собрали там за год, да, соответственно, вы не хотите ждать, чтобы вот эти вот чтобы 10 тысяч читателей вам тоже пришли как бы за год. Это уже будет 2 года, ну и как бы тяжело. Вы, когда вы масштабируетесь, вам приходится чем-то жертвовать. В первом случае вы жертвуете временем, то есть вы потратили 5 тысяч читателей и привлекли их за год. Для масштабирования вам приходится жертвовать, например, деньгами. Да? Самый эффективный способ купить рекламу. В таргетинговую рекламу, в блогеров и, соответственно, вырасти в несколько раз быстрее. Я, когда развивал свой аккаунт, первых, там, не знаю, 500, может быть, читателей мне пришли за 3 года, я выложил 3 поста. 3 поста за 3 года, 500 тысяч читателей. За счет того, что люди как-то читали, может быть, мой блог в интернете, за счет того, что люди смотрели какие-то, может быть, мои видео на YouTube, и они находили меня в Instagram и подписывались, соответственно, на меня. Со временем я начал, то есть, когда начал заниматься именно продвижением аккаунта, я начал использовать mass following, mass liking и сразу же поставил большую задачу для себя, это изучить таргетинговую рекламу для привлечения именно аудитории в профиль. Соответственно, за несколько месяцев я вырос там до 3000, потом до 10, потом до 15, потом до 20, потом до 70, потом до 100, и потом стал участвовать в гивах, и рост пошел еще быстрее. В гивах на тот момент можно было участвовать, в отличие от сегодняшнего дня. Вообще, когда вы что-то делаете, у вас что-то получается, смотрите, что вы делали до этого, и попытайтесь это повторить. Плюс добавляйте еще какие-то новые, тестируйте еще какие-то новые варианты, которые также помогут вам вырасти. Так вы быстро, достаточно быстро наберете то желаемое количество аудитории, которое вы хотите.